отбираем из нуклеуса маток F1. Такие рамочки. Маточка уже засеяла. F1. VIF-58. Массово облетелись. Формировали нуклеусы на две рамки, на одну лощину. Отстроили. Через 5 дней была дана неплодная матка. Отбираем маточек, делаем свою работу. Наши племенные матки Golden Buckles Беларусь дают однотонных желтых пчел. Сейчас в интернете много разговоров о фенотипе пчелы Бакласт, что бывает темный, серый, желтый Бакласт. Да, Бакласт собран из многих пород Адамом. Мне нравится выражение в его книге, что в 1938 году он получил линию с очень золотистым цветом пчел. И эта линия на тот год была до такой степени хороша, что он придавал большое значение этому золотому баквасту. Мне нравится в баквасте селекционировать золотой цвет. Мне удобно делать отбор, убирать маток или линии, или комбинации серым или смешанным цветом и оставлять постоянный преобладающий желтый цвет. Я благодарю Бога, что каким-то чудом мне, простому пчеловоду, удается делать эту работу. Конечно, это пласт работы селекционеров до меня. Вот и здесь засев. Вот все три нуклеуса – стопроцентные облеты. Матки все меченые. Это вопрос к тому, что меченые матки при облете теряются. Когда матка рождается, мы всем маткам клеим опалитки цвета соответствующей линии или комбинации. Так мы не путаемся в линиях. Мы точно видим, где рабочие линии комбинации, где средние, где подлежит выбраковке. Я не селекционирую пчел Бакласт на мед, усидчивость, миролюбие. Я селекционирую пчел по цвету. В данном случае это желтый. Удивительное в пчеле Бакласт то, ну, особенно в наших линиях Golden Buckles Беларусь, вместе с цветом у нас передаются все стандартные ХПП Бакласта. Миролюбие, усидчивость, нерайливость. Я вообще считаю роение, если у вас оригинальный Бакласт, роение пчелы Бакласт, это вообще небрежность пчеловода. Нарушение технологии, объема улья и так далее. Пчела Бакласт сама, она не виновата, если с ней проведена работа, и вам матковод, селекционер продал готовый продукт. Или племенная матка, или F1.
Когда я слышу, что пчела баква строится, это большой вопрос к четвертый нуклеус, они у меня двухместные. Это девятая матка засеяла. Стоят рядышком. Все матки меченые. И здесь засев. Вот смотрите. Четыре нуклеуса двухместных. По две матки. Восемь маток все засеяли. Подряд. 100%. Матка меченая. 58-й линии. Еще одна линия. ВИФ-58. Эту линию маркируем в этом году голубой меткой. Племенную матку я показывал. Хороший баланс качеств. Нормальный, стандартный баквост. Эта маточка уже сеет. Сегодня отправляем на Россию. Поэтому удивительная пчела баквост с цветом передает основную работу, проделанную до меня. Эта работа многих-многих десятков лет. У меня матки уже имеют пятую-шестую генерацию лично на моей пасеке. Я не вижу изменений. Это те же рабочие качества, как во времена Адама. Вот такая-то пчела. Golden Buckwheat Беларусь.